Всем доброго времени суток. Я нахожусь на водоеме, по крайней мере, возле водоема. Жду рассвет. Ну, он уже практически уже рассвело. Наше кино начинается. Оба. А, какой воздух свежий. Круто прям. Утро сегодня доброе-доброе, и по классике. Турочку. Такие вот вкусняшки берем с собой. Всем 7:46, уже в принципе, уже вообще так рассвело неплохо, прям хорошо. Тишина. Красота. Тихонечко пойдем. Вот тут здесь нужно аккуратно спускаться, потому что скользко. И склон такой крутой. Жестко. Вот видите, покуда ныряю. Да, вот. Такое засасывает прям. Вот, все, есть. Выбрались. Так скажем, на пупок. Расскажу предысторию этого места. Это место для меня на самом деле важное. Здесь я познакомился первый раз. И что такое микроджиг, что такое ультралайт и что такое мордатый окунь. Здесь есть окунь очень крупный. Также есть щука хорошая. Еще на этом данном участке очень много зацепов. Просто очень много. Так что придется сегодня попотеть. Что момент истины. Делаем первый заброс. Оп. Ну, мы не будем пока ждать. Нужно подбирать приманку. Попробуем мосю. Его. Я тоже пока не хочет. Давай будем пробовать тиогу. Так. Тиога тоже не работает. Курва тоже не работает. Так. Ставим шишку розовую. Так, какой-то контакт был. Попробуем. Еще раз. Так, и на это не хочет брать. Ту-ту-ту-ту-ту. Значит, он брать не будет, наверное, сегодня здесь. Потому что это уже непонятно. В чем же дело? Попробуем. Одеть свои, как сказать,
дело в этом. Сто процентов в этом. Дело в перчатках. Ну все, держись. Выпить чая и подумать, в чем причина. Пока непонятно. Побросал на все топчики. Что-то не берет. Ну подождем. Может просто время, еще 9 часов как бы. Из-за этого может и не брать. Вот так вот. Бывают и такие моменты. А погода какая просто замечательная. Есть на тёгу. Это уже получше окунёк. Короче, нужно ему подбирать приманочку, походу, сильно. Он, походу, живца есть. Вот я взял серую тёгу, поставил. Вот сейчас покажу, какую. Вот такую вот натуралочку. И вот на неё села. Ему понравилось что-то. Что-то его впечатлило. Ну, нормальный уже окунёк. Еще один. Так, иди сюда. Ого. Это худенький. Начал поклевывать. Приманку, по-моему, нашел. Туман начал садиться и начал потихонечку проклевывать вот такой вот окунец. Цвет я не менял. Но еще может тот фактор, что 4 грамма поставил. Но поприятнее уже будет, когда вообще ничего не клюет. Я думаю, мы сейчас его раздраконим. Будет. Не тормози, сникерсни. Ну что, по итогу прошло часа 3. Взято где-то окушков может 8, не больше. Вот. Продолжаю экспериментировать с приманками. Работают очень приманки, которые, ну, деликатные по окуню. Это палочки какие-то там, мелкие, короче. Имитация мальков. Особенно работает серый цвет. Поставил белую тевогу. Ну, отлично. Даже не надо было в руки брать. Такая она белая, с розоватым уже оттенком. Ну, сразу же сработала на самом деле. Серая тевога сработала. Палочка эта сработала серая. Ну, вот белая тевога. Просто классика, классическая, блин. Работает без всяких приколов. Вот, есть, подвис. Опять. Даже руки не надо брать. Бледный такой весь окунь. Вообще бледный, некрасивый. Так, вот я теперь хочу сделать эксперимент. То ли это выход окуня, то ли все-таки дело в приманке.
Ну вот какую, к примеру, поставить? Ну вот, ну, давайте, ну, я не знаю, ну, это отложим. Давай все-таки вот эту вот палочку. Я никак не могу от нее отстать. Просто убедиться, это выход окуня или все-таки подобралась за период времени приманка. Просто ради эксперимента. Есть, есть, есть. Это просто начался клев. Друзья, на палочку взяло. О! Ну, нормальный, он придавил. Придавил палочку, придавил. С листочком. Тихо, все, дружище. Шансов у тебя уже нет. Ну вот как он придавил, видите? Фу, начался клев, наконец-то. Нормальный окунь. А я уже думал, что все-таки в белой тёге. Я просто на нее никогда не ставил акцент, на белую тёгу. Но она как бы может, не знаю, может ключила окуня. Фиг его знает. Ну сколько времени прошло, начало только вот сейчас поклевывать. Сейчас посмотрю даже сколько времени. Так, 11:13. Белая тёга все-таки работает лучше. Даже не то, что лучше, она вот и работает. Только ставишь белую тёгу, сразу же вот такой вот окунь берет. Да, рыбалка сегодня слабенькая. Не оправдала надежд. Ничего, бывает так.